Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, а главное из самых простых продуктов. Давайте приготовим! Конечно же, рыбу нужно почистить, чтобы быстро почистить, так как она не очень просто очистится, не очень быстро, я имею в виду. Так кипела водичка в чайнике и обливаю кипятком. Взад, вперед, больше не нужно. И назад, все. Теперь ножом легко и быстро снимаем чешую. Вот так вот, раз, раз. Также почистим со второй стороны. Обязательно вынимаем жабры. Они нам точно не понадобятся. Все, почистили. Итак, налили в кастрюльку водички. Я налила всего 1,5 литра, так как у меня всего будет голова и хвост. Включаем и занимаемся рыбой. Пока водичка закипит, мы подготовим голову и хвост. Итак, середину я буду готовить отдельно. А вот хвостик вот так вот отрежу. И отрежу голову. Где-то вот так вот. Берите рыбу любую, какую любите. Вот так. Промываем и отправим в кастрюльку. Вот эти вот плавники я не отрезаю. Они нам дадут хороший навар. Также нам потребуется одна морковочка грамм 100, две картофелины, тут у меня 200 грамм, и лучок небольшой грамм 50. Черный молотый перчик и соль. По вкусу солим. И зелень, у меня будет петрушечка. И зубчик чесночка по желанию. Морковочку нарежу вот такими вот кружочками. Вот так. Лучок резать не буду. Картофель режу на 8 частей. Вот так дольками порежем. Можно порезать так, как вам удобно. Я нарежу вот такими вот долечками. Вот так. Картофель отправляю в воду, пускай он там лежит, чтобы не почернел, не потемнел. Отправляю рыбу в кастрюлю. Вода закипела. Это у меня осталось от предыдущего блюда косточки. Сразу отправляю соль. У меня 1,5 литра воды. Я отправлю 1,5 чайной ложки. Вот ложечка и вот пол ложечки. 1,5 чайной ложки соли. По весу это 15-16 грамм. Один лавровый листочек. Лучок кладу сюда. Накрываю крышкой и дадим закипеть. Когда закипит, снимем пенку. Проварим буквально минут 10. У нас все закипело. Снимаем пенку. Если она есть, конечно. Ну, вот так вот. Чтобы все чистенько кипело. Убавляю конфорочку, ну где-то меньше среднего делаю. Засекаю время, 10 минут поварим. У нас варится 10 минут рыба. Изымаем рыбку. Вот так. Все, бульон у нас чистенький. Отлично. Добавляю конфорку посильнее. Вот так вот делаю бумажным полотенчиком. Отправляю морковку. Лили воду с картофеля, отправляем картофель. Как закипит, дадим покипеть картофелю минут 15, ну, до готовности картофеля. Прикрываю, сейчас закипит, немножко конфорку убавим. Убавляю, также чуть ниже, чем средний огонечек, и варю минут 15. Теперь беру рыбку и вот так вот очищаю от косточек. Вот так вот убираю все косточки, а рыбку кладу вот так. Натираю зубчик чесночка прям сюда, в рыбку. И ждем готовность картофеля. Как будет готов картофель, отправим рыбку обратно в кастрюлю и нарежем зелень. Мы все подготовили. Перчик тоже. И половинка лимона. Вот так. Нарежу вот таким вот образом. Это для подачи, а это мы выжмем сок. Примерно 2 столовые ложечки нам потребуется лимонного сока. Выжимаем. Все, вот этого вот достаточно. Итак, отправляем лимонный сок. У нас прошло 15 минут. Добавлю конфорку синей. Нам надо сейчас, чтобы быстро все закипело один разочек. И все, отправляю рыбу. С чесночок все забираю, ничего не оставляю. Жду, чтобы закипело. Луковицу вытащим, она нам больше не понадобится. У нас, как видите, закипело. Я выключаю конфорку, отодвигаю в сторонку, добавляю перец, петрушку. Все, даем успокоиться и подаем на стол. Говорим, да ты успокойся.
Рецепт, как всегда, под видео в описании. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!